Хитозан Тяньши. Хитозан важен для поддержания отличного здоровья человека. Хитозан Тяньши изготовлен из панцирей красноногих кравов путем удаления ацила, вещества, которое придает жесткость панцирю. Уникальностью препарата является высокое содержание хитозана – 85% и всего 15% хитина. Хитозан Тяньши является одним из видов диетической и очень мягкой по действию целлюлозы, обладая всеми ее свойствами. Впитывая влагу, он расширяется, поглощает в себя все вредные вещества и быстро выводит их из организма человека. Таким образом, препарат служит естественным адсорбентом. Он способен экстрагировать и выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов, радионуклиды, вредные элементы пищи, а также продукты метаболизма лекарств. Диетическая добавка хитозан тяньши снижает артериальное давление путем регуляции уровня холестерина и улучшает микроциркуляцию в тканях, что способствует профилактике развития атеросклероза и пороков сердца. Данный препарат выводит из организма жиры, препятствуя их излишнему отложению в организме и всасыванию в стенки кишечника. Поэтому хитозан рекомендуется принимать в качестве дополнения к системе похудения. Хитозан тяньши усиливает влияние полезных бактерий и стимулирует их размножение, что способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Он улучшает перистальтику, устраняет метеоризм, очищает ворсинчатый аппарат тонкого кишечника, восстанавливает нормальный процесс пищеварения. Хитозан показан при заболеваниях печени, при гепатозах, гепатитах, циррозах, при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как гипертония, атеросклероз, инфаркт, инсульт, при ожирении и других видах нарушения липидного обмена, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз, хронический запор, метеоризм, для лечения ожогов, ран и других повреждений кожных покровов, для уменьшения интоксикации организма в период и после ОРВИ, ОРЗ, других воспалительных заболеваний, а также при злокачественных процессах. Обволакивая внутреннюю поверхность сосудов, хитозан препятствует метастазированию злокачественных клеток по лимфатическим и кровеносным сосудам в другие органы. Хитозан снижает уровень глюкозы в моче у больных с избыточным весом и действует как профилактическое средство при риске развития диабета. Также используется при слоновости нижних конечностей, лимфостазе, в гинекологии, эрозии шейки матки, в хирургии, для обработки послеоперационных швов. Капсулы с хитозаном тяньши помогают противостоять вредному влиянию окружающей среды, являются общеукрепляющим и иммуностимулирующим средством. Позитивно влияют на общее оздоровление организма. Гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата, обеспечивает быструю регенерацию тканей, заживление ран, ожогов, рассасывание рубцов, а также задерживает процессы старения. Польза от приема хитозана явна и бесценна. Для профилактики отличного здоровья используйте одну упаковку в месяц, 3 капсулы на ночь. Для купирования острых или хронических состояний 2-3 упаковки в месяц. Используйте хитозан тяньши в профилактических целях и будьте здоровы!